Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Range Rover Sport 2012 года выпуска. Двигатель 5 литров бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 227 тысяч километров. Заменю на нем клапанные крышки с обоих сторон. Стало подтекать масло. Справа больше, слева меньше. Посчитали прокладки оригинальные. Нормальные дубликаты, все выходит как-то дороговато очень. И хозяин принял решение заказать фирмы Крауф крышку в сборе. Поэтому меняем и левую, и правую крышку на новые. Открываю капот. Открыл капот. Ну и потихонечку начинаю разбирать. Также сразу сейчас откачаю антифриз. Частично сниму патрубок и откачаю чуть побольше. Сливать снизу не буду. Откручиваю, снимаю воздуховод. Здесь отсоединяю шланги аккуратненько. Откручиваю болт головка на 10. Снимаю воздуховоды и снимаю а теперь возьму, откачаю антифриз. Здесь бачок по-хитрому замудрен. Там есть отверстие вот сбоку. Я в это отверстие немножко подсунул и часть антифриза смогу достать. А потом, когда я сниму здесь хомут, получается, с верхней части у меня антифриз уйдет. А сняв хомут, я из патрубка откачаю в глубине. Мне вот этот тройник надо будет снять. Откачиваю, а пока откачивается, сниму клемму аккумулятора. Откручиваю минусовую клемму, убираю в сторону. Ну и дальше потихонечку начинаю снимать и убирать. Так, ну что, снимаю трубки охлаждения. Здесь нажимаю фиксатор и сдергиваю. Так, сдернул. Потом здесь у нас уходит на дроссель. Также подлезу, сейчас попробую откачать.
Так, здесь все пока. Разъем вот эти все нажимаю, снимаю. И также хомуты тоже беру, снимаю. Я эти разъемы разъединил, трубки снял, не показал. Сейчас я сниму их, ближе покажу, как они снимаются. В принципе, несложно. Здесь хомут снял, патрубок снимаю. Аккуратненько. Отлично, антифриз не побежал. И откачиваю его, если доберусь. Пока компрессор тарахтел, я снял вот этот патрубок и из него тоже откачал до термостата. Поэтому у меня сейчас уровень антифриза до термостата. Снимаю здесь хомут и снимаю патрубок. Я его целиком сниму. Снимаю патрубок снизу. Треугольник здесь уходит. Я тоже патрубок отсоединил. Ой. Маленько в этом патрубке осталось. Так, здесь. И убираю его. Я хотел показать, как эти снимаются патрубки. Вот смотрите, здесь вот они рифленые, но чтобы их надавить, надо сначала прижать штуцер к трубке. Она как бы сдвигается назад. Если посмотреть, вот она двигается вперед. Вот так вот, когда защелкивает, она вот так стоит. Нам надо штуцер прижать к трубке, тогда она сдвигается назад. Мы ее нажимаем с двух сторон и сдергиваем одну и вторую сторону. Ну а теперь чего? Разъединяем вот эти трубки, снимаем вот этот экран. Также нажимаем. Вакуумная трубка разъединили. Нажимаем здесь, вентиляцию разъединили, так, добираемся и вот этот экран аккуратненько вытаскиваем. О. Точно так же со второй стороны экран снимаю.
со второй стороны тоже снял. Торекс Т30 откручиваю два болта крепления вот этого уголка. Один и второй. Должен сняться. Все, здесь он сидит на резиновом уплотнительном кольце. Снимаю разъем с дросселя. Снимаю здесь с дросселя. А, это не с дросселя, это компрессора. Так, снимаю вот эту трубку, нажимаю и поднимаю ее. Так. Здесь сбоку фиксатор просто нажимаем. Дернул. Ну и можно сразу открутить здесь, наверное, Т40, открутить и снять дроссельную заслонку. Нет, Торекс Т30. Выкручиваю болты. И снимаем дроссель. Да, неудобно, но надо снимать еще и патрубки подогрева дросселя. Находятся снизу хомуты, ослабляю, сдергиваю патрубки. Отсоединил дроссель. Сейчас покажу. Так, здесь трубку снимаю. Вот, с бачка идет, у нас здесь быстросъем. Нажал, отсоединил. А вот здесь, вот она тоненькая трубочка, вот сюда входит. Здесь цанговый зажим. Ее нужно надавить. Сейчас покажу. Вот она, шайбочка. Ее нужно кузову, вот она видно шевелится. Я ее силиконовой смазкой смазал, разработал, потому что она закисла со временем и двигаться не хотела. Смазал, она задвигалась, я ее вилочкой прижал штуцером и штуцер вот этот вытащил. Вот он, носик целый. Если пластиковую трубку снимать, сломаете, вот этот патрубок снять там неудобно. Если до этого я подвес, когда отсоединил здесь дроссель, повернул, этот длинный, я его разомкнул. Здесь хомут стоит многоразовый, отщелкнул, все, он отошел. Дроссельную заслонку можно убирать.
Дождь, ну никак не дает нормально поработать, шумит и шумит. Ладно, сейчас смотрю, что делать дальше. А дальше надо нам ослабить и снять ремень с компрессора. Долажу до натяжителя, натяжитель внизу. Вот он, здесь квадрат 3/8. Ослабляю и ремень скинул. По бокам здесь снимаю трубки вентиляции и также снимаю вот эту вакуумную трубку. Здесь электрический разъем. И вот я с кронштейна ее стянул, здесь разъединил, убираю в сторону. А вот, чтобы снять вот эту трубку, сзади у нас она на крышке сидит, защелкнута. Аккуратно подлазим, нажимаем сначала одну сторону, шевелим и нажимаем вторую сторону. Очень неудобно, но можно постараться и снять. И точно такая же трубка с другой стороны, вот она идет, тоже сзади с крышки сдернем. В принципе, это можно снять и потом, когда мы снимем компрессор, вот эту трубку, а ту удобнее снять все-таки сразу. Отщелкиваю их. Трубки я отсоединил. Все, вот он. Вот такой зажим. Я просто сначала одну сторону нажимаю, как бы ее... чуть на излом так раз она снимается, поворачиваю и придерживаю ее в натяге, нажимаю вторую сторону и снимаю. Конечно, удобнее нажимать сразу две, но там неудобно подлазить. Со второй стороны тоже трубку снял. Принцип тот же самый. Нажал, снял. Теперь снимаю оба корпуса воздушных фильтров. Мне для удобства здесь будет. Разъем снял, клипсы снял. Поддергиваю вверх. Сидит на двух клипсах и вставляется корпус в кузов. И точно так же второй. Разъем, клипсу, проводку и сдергиваю. Так, здесь бачок, кронштейн, гура. Снимаю и убираю в сторону. Крышка сломана. Кто когда сломал, не знаю, сейчас покажу. Вот она выгнута. И похоже, сломали, когда меняли фильтр. Неправильно ставили. Только почему так сделали, не знаю. Все, тоже убираю в сторону. Дальше откручиваю топливную трубку, разъединяю и снимаю. Торекс Т-30. Кронштейны. Выкручиваю. И штуцера от рампы откручиваю с этой стороны и с той стороны. Здесь ключик на 17. Открутил, снимаю трубку,
убираю ее в сторону, а где открутил, затыкаю колпачками. Откручиваю вот эти болты Торекс Т40 по периметру, здесь их много, а потом 4 вот этих болта. И верхнюю часть компрессора, вот эту с охлаждением, я ее снимаю. Болты я ослабил. И все выкручиваю. Здесь болты Торкс Т40 я выкрутил, болтов много. Теперь вот эти 4, головка на 10, выкручиваю. Также сзади я крутил, снял 2 болта Торекс Т30, снял вот этот кронштейн, который у нас подушку декоративной крышки держит. Открутил головку на 8, вот этот уголочек снял, переходной на шланг. А сзади здесь пластик вроде бы должен остаться, я больше его не кручу. Сейчас поддеваю и вот эту крышку снимаю. По идее, она должна уже отойти. Вроде бы все снято. Как ее поддеть? Во, задышала. Здесь у нас вон в углу датчик над крайним цилиндром. Это значит, там будет разъем. А с той стороны точно так же в углу какая-то трубка. А как ее снять? Я еще пока не знаю. Откручиваю 8 болтов, головка на 10. 4 здесь, 4 здесь. И в принципе компрессор должен зашевелиться. Уже он шевельнется. Буду подлазить, снимать разъем и снимать трубку. Но пока не знаю как. Как-то будет.
болты выкручиваю. Так, вот эту прокладку убираю. Открутил я эти 8 болтов. И ничего не шевелится. Что еще может держать? По идее, должен шевелиться. Полазил, полазил, посмотрел. Сзади там что-то держится, там шланг, датчик, здесь шланг, какие-то кронштейны, но я не могу до туда пока добраться, я не стал вот эту пластиковую сзади разбирать, здесь ничего больше не держит. Давай шевелить, вот я расшевелил, приподнял, просто сидит плотно на направляющих. Получается, компрессор у меня в руках. Но мне надо его чуть-чуть приподнять и подлезть, снять шланги, снять разъем. Один я этого сделать не могу. Тут как минимум еще два помощника нужны. Подумал, подумал, сейчас прикручусь краном, приподниму и подлезу сзади, сделаю. Достаю кран. Сделал я следующее. Приподнял, вот таким образом нагнул, повернул. Попробую, не знаю, показать, получится, не получится. Вот здесь сзади, ну вот этот датчик я показывал, вот кончик, этот датчик торчит. И сзади у нас разъем. Сейчас. Я его снял. Вот если на зеркало. Так, и фонарик, и камера. Вот он. Разъем снятый. Здесь трубка. Ну, трубка, по-моему, у меня вместе с ним сойдет. Я вот понять не могу. Здесь какое-то крепление прикручено. Что останется, что сойдет. Сейчас буду двигать, смотреть. Если что-то еще надо будет снять. Снизу я тряпки подсунул, закрыл каналы воздушные. Еще пошевелить, покачать и вытаскивать. Одному, конечно, это тяжело сделать без крана. А вот направляющие, на которых сидела туго, я шевелить сначала не мог. Пластик снизу рассохся. Вот этот патрубок, который идет на дроссель, он на клипсах пластиковых, клипсы рассыпались, он просто упал. Снизу посмотрел, там еще какая-то проводка прицеплена. Надо будет подлазить, проводку отцеплять. Вон там что-то зацеплено. Сейчас беру зеркало, лезу и отцепляю. Практически снял. С этой стороны еще надо было снять разъем. Вот здесь с вакуума. Вот такой разъем. Клапан вакуумника. Все, остальное все остается на месте. Получается, снимаем только разъем
с датчика абсолютного давления и снял, частично разобрал. И все это, чтобы добраться только до клапанных крышек. Так, ну, теперь можно показать вот разъем и вот разъем. Здесь кронштейн открутил, один, второй, все снял. Проводка осталась на месте. Ну, а дальше сейчас здесь все аккуратно закрываю и начинаю снимать катушки зажигания. Здесь проводку, вот я ее начал отсоединять, разъемы отщелкиваю, проводку в сторону убираю, откручиваю торекс Т30 болты крепления катушек, катушки снимаю, а потом уже надо будет откручивать болты крепления рампы. Форсунки здесь длинные, через клапанную крышку в головку уходят. Вот как здесь получится. Вроде как форсунки снимаются вместе с крышкой. Вообще они снимаются без крышки, но снимать их с рампы и с форсунками с крышкой приходится. Ну и также с этой стороны. Как оно дальше будет, там посмотрим. Снимаю вот эту часть пластиковую, здесь клипсы, по бокам клипсы. Я ее сниму, чтобы немножко здесь поудобнее будет добираться. Так, на аккумулятор. Аккумулятор. Ну, аккумулятор пока, наверное, не трогаю. Снимаю разъемы с катушек и снимаю разъемы с форсунок. Проводку попробую убрать в сторону, чтоб не мешало. Разъемы здесь фиксаторы. Нажимаем и убираем. Так, все-таки, наверное, я аккумулятор сниму и уберу, откручиваю плюсовой клемму плюсовую ключиком на 8 крепления и аккумулятор сниму. Также здесь можно открутить раз, два, и вот здесь вот третью гайку, вот эту часть тоже можно убрать, тоже уберу ее. Гайки на 13 откручиваю.
гайки на 12. Так, там клипсу разъем сдерну. И, как сказал, внизу третья гайка. Вот, и теперь здесь можно поудобнее все возиться. Снимаю разъемы. Ну как разъемы снимать, уже показывать не буду.